Привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик посвящен открытию контейнеров, открытию всяких замечательных, интересных призов, да, то есть это необычные контейнеры, которые у нас на постоянной основе появляются из ежедневных заданок, из еженедельных заданок, плюс из челленджей. Это контейнеры, которые у нас дропнули с миссий. Поэтому посмотрим, что сегодня у нас будет, посмотрим, что сегодня надропает. В сумме у меня получается десятка ультраконтейнеров, плюс еще ко всему этому откроем пит-стоп ящики и откроем коинбоксы. Обычные контейнеры, я думаю, что оставим на... Ну, лучшие, наверное, какие-то определенные времена. Плюс у нас еще сегодня проходят всякие эти голдовые ивенты. Возможно, там я еще что-то наловлю. И потом уже в дальнейшем откроем контейнеры. Посмотрим, что мне с этого всего дропнет. Если вам нравится подобного рода видосы, если вы хотите, чтобы видосов с открытием было как можно больше и как можно чаще они выходили, то поддержите данный видос лайком. Мне будет очень приятно. Поэтому я быстро забираю все нужные миссии. Да, у меня тут я решил покопить немножечко за звонки кристалла. Не знаю, посмотрим, насколько мне хватит и насколько я тут много соберу. Хотя, может быть, даже я и потрачу в ближайшее время. Ну, вернее, возьму. Потрачу эти миссии. Но пока не буду. Сегодня, я думаю, что еще за МПКшимся. Может даже... Ой, не за МПКшимся, а затаримся в этом же даже видосе. Но это не точно. Все-таки сейчас у нас тоже в игре скидки. И есть моменты, которые мне стоит приобрести в виде там расходки. Завтра еще за МПКшу себе дроны. Но не знаю, буду я ли это вообще обозревать как-то. Скорее всего, нет. Потому что МПК дронов у меня особо быстро не происходит. Короче, друзья, давайте быстро сразу тогда переходим на флеш-клиент. Все призы я забрал. Как вы видите, все четко. Да, все, что надо, все я схавал. Ну и перейдем, посмотрим, что нам сегодня дропнет. Возможно, что-то жесткое и что-то интересное нас сегодня ожидает. Все-таки всяких интересных контейнеров, я бы сказал, даже много. Да, и есть шанс, что сегодня может что-то годное дропнуть. Что-то годное дропнуть. Я быстро включаю экран. Также я думаю, что уже к моменту выхода данного видеоролика вышел еще один видеоролик, посвященный всему тому, что творится у нас в игре. Это тоже, конечно, ситуация, которая мне не особо нравится, но, наверное, сегодня мы не будем на это делать акцент. У меня 53 обычных контейнера, но сегодня мы их не открываем, как я уже сказал. Сегодня открываем ультра-контейнеры, пит-стоп ящики и коинбоксы. В сумме у нас получается 40 таких вот открытий будет. Открывать, конечно, буду все по одному. Ну и посмотрим, что дропает вообще здесь с пит-стоп ящиков. 1000 крисов. Кристаллы мне, как я уже сказал, нужны. Это очень даже неплохо, что они дропают. Я даже не знаю, что здесь вообще может упасть с этих пит-стоп ящиков. Я даже не чекал, если честно. Но беляк, нарко, 30 припасов, там 10 каких-то еще. Аптечек было, 1003. Это, я так понимаю... О, даже голд падает с них. Я так понимаю, что это такие... Лоу-скильные, короче, коробки. Лоу-скильные коробки, 1000 кри. И последний. Здесь даже кроме белого освещения, походу, даже никакого другого и нету. Дальше, давайте, наверное, откроем коинбоксы. Она самая сладкая и самая приятная. Оставим уже тогда ультраконтейнеры. С коинбоксов тоже может что-то интересное дропнуть. Хоть у меня сейчас и там коины есть, да. Но если мне упадет, может какая-то тыщенка. Я был бы, наверное, рад этому событию. Но я, конечно, такой везучий, что мне, скорее всего, наверное, ничего с них и не дропнет. 1000 кристаллов, по 30 расходки. Походу, то же самое, что в пит-стоп ящиках, только будет сейчас падать здесь. Один танкоин. Найс. 2000 кристаллов. Жесткий фарм. 10 танкоинов. О, увеличиваемся. Растем. 2000 кристаллов. 7. Открыл. Восьмой тоже ни о чем. Девятый. Один танкоин. Ясно, понял. Я уже, знаете, так открываю, отлично понимая, что ничего мне с них не дропнет. То есть я знаю свое везение, знаю, что здесь может быть. И я уверен, что... Ну, тут даже не стоит надеяться на то, что мне что-то упадет. Если уж стоит и надеяться, то стоит надеяться только на ультраконтейнеры. Я не добил, к сожалению... Следующий уровень челленджа.
с которого падает устройство на арес. Но я буду надеяться на то, что мне он не упадет. Не упадет это устройство с ультракантов. Если оно мне упадет, будет очень обидно. Я, наверное, расстроюсь. Но будем надеяться, что не дропнет. Короче, 20 вообще пустых коинбоксов. Да, 20 пустых коинбоксов. Один раз 10. Там два раза по одному. Короче, полнейшая шляпа. Магазин открывается, вообще не открывается. Может быть, зря я, конечно, тыркнул сюда, наверное. Сейчас еще с теми лагами, которые происходят у нас в танках. А, я понял. 3750. Я даже не знаю, сколько мне прибавилось. Ну, короче, пофиг, ладно. Танкоины мне особо не интересны. Так, ну и открываем ультраконтейнеры. Вот здесь уже реально хотелось бы что-то хорошее выбить, потому что мне последние два раза с них ничего не падало. И если у меня не дропнет даже сейчас ничего с них, то это будет максимально обидно. И это будут очередные особые миссии, из которых мне вообще ничего не дропнуло. Белое свечение. Просто беляк. Офигеть. Ну, это, наверное, вообще печаль. Это, наверное, вообще печаль. Офигеть. Десять белых? С ультраконтейнеров? А, это так работает? А, типа называется картина «Выполняйте особые миссии», да? Понял, 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 принял. Да. Поэтому, друзья, вам всегда и говорю я о том, что если у вас не имеется большое количество желания, большое количество времени, то не выполняйте вообще эти задания. Ладно, я уж выполнял их, потому что как бы, ну и челленджи выполнялись, набивались. И вот сегодня, например, я на голдах все это дело добивал. То есть в моем случае это выполнить несложно. Да, и для меня это просто как дополнительный бонус. Но те ребята, которые реально сидят и гонятся за тем, чтобы получить эти призы, и в конечном итоге получают вот такие призы, я, блин, я бы на вашем месте бы сгорел, блин, просто ужасно жестко. Но я уже не удивлен. Я уже не удивлен. И, как по мне, это вообще зафикшенные голды. Ой, голды, говорю, контейнеры. И я думаю, что в этом есть какая-то дичь. Вряд ли рандом бы выдал мне такое количество пустых контейнеров. Но, конечно, бывает, шанс есть такой, что это обычный рандом. Но напишите вообще, кто выполнял вот эти вот все особые миссии. Напишите, что вам вообще дропнуло с этих контейнеров. Мне будет очень интересно почитать, что у вас упало. Потому что, когда мне падает вот такой дроп, я остаюсь крайне недоволен. И я даже не знаю, что здесь добавлять. Это печальная беда. Гореть здесь, наверное, будет перебором. Но в душе где-то, если честно, очень хочется. Потому что мне уже три раза подряд, с трех подряд супермиссий, полные супермиссии выполняю, открываю ультраконтейнеры, и мне не падает ничего. Один тухлый беляк, и это все. Возможно, я зажрался в связи с тем, что мне раньше с этих ультраконтейнеров падало реально довольно неплохо. Мне падали всякие устройства в золотом свечении от Гаусса, там прорезиненные снаряды падали на вулкан, падали еще всякие другие предметы, краски падали с этих ультраконтейнеров. Но сейчас, как вы видите, ничего с них не падает. Возможно, поэтому я теперь каждый раз, когда открываю, жду от них чего-то сверхкрутого и жду, чтобы с них что-то крутое дропнуло. Но, к сожалению, получаю вот такой вот дроп и остаюсь крайне недоволен. Поэтому мне будет очень интересно почитать вообще ваши комментарии, посмотреть, кому что из вас падает в контейнерах, ультраконтейнерах, да, в коинбоксах. Если вам что-то годное дропает, я буду только рад за вас, но, как вы видите, мне в этом плане не повезло, поэтому в скором времени, если открытие актуально, если вам это нравится, если вы это поддерживаете, мы откроем обычные контейнеры, с которых я уже надеюсь, что хотя бы какие-то новые устройства в фиолетовом свечении мы выбьем. На сегодня, друзья, все. Спасибо всем за просмотр. С вами был мистер Ванька. Всем удачи и всем пока.